прекрасным зимним днем. Мы приветствуем вас из поселка Боголюбово, который находится рядом с Владимиром, где мы открываем новое отделение нашей школы Добрыни. Почему именно Боголюбово? Хотя как бы все, наверное, спрашивают, что, наверное, Владимир, как бы, ну, ребят, зимой в Владимире открыться категорически тяжело, потому что очень мало залов, очень дорого стоит, и очень много там причин есть, почему не Владимир. И из-за этого мы идем вокруг Владимира, и сейчас у нас на очереди Боголюбово. Почему именно Боголюбово? Потому что Боголюбово – это очень крутая точка. Здесь есть очень много проходящего транспорта, который едет как в Владимир из Доброго, так и во все близлежащие поселки. Например, Славское, Новое Село, Сокол, Добрынское, Лесной и Оргтруд, который сейчас является частью Владимира. Вот, мы здесь будем открываться в Боголюбовской школе. В общем-то, у нас уже есть договоренность. Тренировки у нас будут проходить 3 раза в неделю. 3 дня у нас здесь тренировочных. Тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. Во вторник и четверг они будут с 17.00 до 19.00. В воскресенье они будут с 13 до ориентировочно там 16.00. Мы очень сильно стараемся для вас, для всех. И мы очень качественно пытаемся зайти в новое место. А ввиду этого мы уже сделали очень большую рекламу как онлайн, так и офлайн, такую как запустили всякие конкурсы ВКонтакте, сделали, вложили денежку в паблики в местные. Также навешали много афиш, вы их, наверное, уже видели. Ввиду этого, последнее наше дело, что мы сейчас делаем, это мы снимаем вот этот вот видеоролик. И что все к чему? 27 числа января. 27 января в 13.00 мы ждем всех вас в зале Боголюбовской школы. Приходите с детьми, там будут конкурсы, розыгрыши, различные подарки, призы и отличное настроение. Приходите, школа Добрыня ждет вас, мы любим вас. Вперед, Добрыня! А как же добраться до нашего места встречи? Сейчас мы вам покажем 2 остановки, с которых можно добраться до нашего места назначения. Первая остановка называется администрация Боголюбова. С нее вы можете добраться как с Нового Села, так и с центра города Владимира. Она находится прямо напротив Боголюбовского монастыря. Вторая остановка находится со стороны Нижнего Новгорода. Расположена она прямо напротив бывшего кирпичного завода. Сюда вы можете добраться из Оргтруда, Сокола, Лесного. Со стороны остановок мы двигаемся в сторону старой школы, которая расположена прямо напротив Боголюбовской больницы. Именно за старой школой находится наше место встречи. Вот мы и добрались до нового корпуса Боголюбовской школы, где стоит наше открытие. 27 января, воскресенье, в 13.00. Ждем всех, будем рады видеть каждого. Вперед, Добрыня! Ждем всех! Вперед, Добрыня!